Добрый вечер, уважаемые слушатели! Сегодня католический мир празднует светлый праздник Христова Рождества. Волгоградская филармония присоединяется к поздравлениям с этим волшебным праздником. Пусть рождественская звезда ярким светом воссияет над вашими домами, и этот свет наполнит души теплом и радостью. Сегодня мы приглашаем вас на концерт органной музыки «Контрасты эпох» талантливого органиста, так горячо полюбившегося волгоградским слушателям, солиста Абхазской государственной филармонии, органиста легендарного Пицунского храма Луки Гадерии. Обладая собственным уникальным исполнительским мастерством, выдающейся виртуозностью и артистизмом, Лука Гадерия неизменно дарит слушателям фантастическое звучание короля музыкальных инструментов. Открывают программу праздничного концерта три рождественские мелодии: «Вести ангельской гневли», «Тихая ночь», «Божественный ребенок родился». На сцене заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гадерия, ассистент органиста Лариса Макаренко. Thank you.
финальный хор из страстей по Матфею и Сицилиана. Thank you.
сейчас в нашей программе прозвучит произведение одного из наиболее влиятельных американских композиторов второй половины 20 века – Филипп Гласс. Этюд. Иоганн Себастьян Бах. Три хоральные прелюдии. Тот день, который полон радости, старый год прошел, в тебе радость. За инструментом Лука Гадерия.
Второзаконие из кантаты номер 29. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя. Спас явился в мир, слава вышних Богу, и на земле мир. Там, где отдыхает бессловесно тварь, в яслях почивает всего мира царь. Арканджело Карелли. Концерт «Рождество». Thank you.
Продолжает программу нашего праздничного концерта произведение французского композитора-органиста конца XIX – начала XX веков Луи Виктора Жюль Вьерна. Вестминстерские колокола. Thank you.
Фёдор Ильич Чайковский. Марш и танец феи Драже из балета «Щелкунчик». Thank you.
ждет в нашей программе прозвучит произведение французской органной школы первой половины 20 века Анри Мюлле, «Токкато фа-диез минор» из цикла «Византийские эскизы». «Токкато и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
уважаемые слушатели, программа нашего праздничного рождественского концерта подошла к концу. Этот удивительный музыкальный вечер нам подарил замечательный исполнитель, заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия. И сам благодарствую слушателей, позвольте пожелать вам в наступающем новом 2021 году творческих успехов и всего самого наилучшего. Дорогие друзья, ну а вам мы желаем, конечно же, счастья, здоровья и незабываемых впечатлений на новых программах Волгоградской филармонии.